Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про богемскую овчарку. Богемская овчарка, или как ее еще называют, ходская собака, древняя чешская порода. Еще в 16 веке эти животные помогали чешским фермерам пасти скот. Сегодня богемские овчарки распространены по всему миру. Хозяева этих собак ценят их за уравновешенность, дружелюбность и высокий интеллект. Порода практически мини-овчарка, мини-немецкая овчарка. Чешская порода, которая обладает универсальными качествами. Очень хороша для пасьбы овец также. Вот, используется очень разнообразно, в основном спортсменами. Но она вполне подойдет как домашний любимец. Богемские овчарки – собаки средних размеров. Согласно стандарту, рост холки у этих животных может составлять от 49 до 57 сантиметров. Вес же, как правило, колеблется от 18 до 25 килограммов. Шерсть у этих собак длинная и густая, с плотным подшерстком. Окрас у богемских овчарок черный, с подпалинами на лапах, морде и груди. Богемские овчарки – не агрессивные собаки, они хорошо уживаются с другими домашними животными и отлично ладят с детьми. Хорошо уживаются, то есть они вполне дружат и с кошками, и с собаками. С детьми отлично. Вот у этой собаки в семье ребенок, они просто нашли друг друга. При уходе за богемской овчаркой особое внимание необходимо уделять ежедневным физическим нагрузкам. Представители породы очень энергичны и без регулярных активных прогулок на свежем воздухе могут впасть в депрессию. Кроме этого, при содержании богемской овчарки нужно следить за состоянием глаз, ушей, зубов, когтей и шерсти животного. Особого ухода не требуется, эта шерсть не подлежит сваливанию, то есть ее можно просто расчесывать. Ну, когда линяет, вычесывать, собственно говоря, вот и все. А так, обычная городская собака тоже может быть. С этой собакой достаточно долго нужно гулять, потому что все-таки это овчарка, она должна набегиваться. Вот. Ну, не более, чем с любой городской собакой. Средняя продолжительность жизни богемской овчарки составляет от 12 до 15 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!